Добрый день, друзья! Пришла очередная посылка из магазина «Рыбалка Шоп» на птичке от Русяева Максима Васильевича. Вот такой упаковки. Сейчас мы ее вскроем и посмотрим, что здесь приехало из Москвы. Стали они вообще отлично работать, этот магазин. Все четко, вот еще они набрали, я так понял, девочек, менеджеров. Ну просто все классно, четко, быстро. И посылка быстро пришла, вот, в частности, Почтой России. Так что, ну никаких нареканий, одни похвалы. Так, достаем. Ну, в основном это щучья головневая тема. И даже прислали вот такую вот наклейку с надписью «Рыбалка Шоп». Пригодится. Итак, начнем нашу распаковку. Первое, что хочу показать, это вот товарный чек на все товары, которые пришли, которых сейчас я расскажу. Ну вот, в детстве моем была очень популярна сказка про дюймовочку. Так вот, щука любит 5-дюймовочку, ну, как минимум 4,5-дюймовочку. Поэтому вот она, очередная дюймовочка, 4,5 дюйма, китейч в цвете Mustic Spice. Вот такая розовая вещь. У нас очень щука эта капризная, поэтому приходится все время менять цвет. И вот три пачки. Вот если при хорошем клеве, может три пачки на одну рыбалку. Вот в этом, так сказать, особенность китейч изи шайнера. Но, тем не менее, приходится, раз уже привыкл и я, и рыба. И под нее, или не под нее, короче, на такой размер, 4,5 дюйма, на эту дюймовочку, 4,5, от призер джиг-головки размером 6,0. Ну, как раз она идет на 4,5 дюйма, этот крючок, даже на 5 дюймов иногда, ну, вот, понадобился мне. Ну и дальше по головлю. Это блесны. В этом году отлично они себя проявляли по головлю. Я вот подкупил, посмотрел, не очень я их использовал много, часто. Но вот в этом году они очень даже неплохо для своей цены. И вот такая одна из блесен. Это Lucky John компания. Блесна называется ES. Вот такая. Ну и коль за блесна пошел разговор, то IU тоже от Lucky John. Я старался брать в различных весовых характеристиках. От Crazy Fish Sense. Вот такая. 3 грамма. Здесь я не сказал 3,5 грамма, а здесь 2,4 грамма. И вот такая. Nord Stream Morgan. Тоже 3 грамма. Надеюсь, что они будут хорошо работать. Ну и воблеры головлевые, это фугас СССР, ну вот в таком цвете, это, если я не ошибаюсь, L002, ой, стоп, вот это L, культовый цвет, что-то подзабыл, цуёки, фугас, этот цвет 621. Да. Ну, не суть. Вот этот, конечно, цвет культовый. Понятно, тут все черный с желтыми такими полосками. А вот этот цвет я специально приобрел, потому что в этом году был удивлен. Ну, я уже, меня трудно чем-то удивить, но тем не менее, были дожди весной. И голавль предпочитал вот
что-то такое белое, грязно-белое, с вкраплениями какого-то, но главная суть была белая. Серая, светло-серая, белая. И это неспроста. Это пасмурная погода дает о себе знать, приоритеты Голавли. И поэтому я приобрел. У меня не так уж и много белых воблеров. Ну и два воблера Цуёки Шеф. Тоже вот в таком же цвете. 621. Вот такой. Так же, как и фугас. Только с желтыми глазами. Черный, с такими прожилками желтыми. И в бензиновом, ставшем уже очень популярный, СССР-версия 38F, шеф, вот такой бензиновом, интересном цвете. Ну, как раз это и есть, наверное, L002, да, запутался в цветах сегодня. Вот такие вот покупки. Еще под завершение, это вот этот вот новинка от компании UF Studio Tail Spinner Hurricane. Но он 10-граммовый. Раньше не было 10-граммовой версии у UF Studio Hurricane. Ну и как только она появилась, а мне очень подходит этот вес для моих мест, я сразу же их приобрел. Ну вот, на этом распаковка закончена. Спасибо всем, кто посмотрел. Отдельное спасибо магазину «Рыбалка Шоп» на Птичке. Всем до свидания. Под ногами бьет. Ни одной поклевки. Вот что значит голова. Вот она. Ух, аж выскочил. Жаль, я вам не увидел. Не успел повернуться. Аж выскочил из воды. Свеча была. Так он бьет. А, так он даже промазал. Мимо. Не в рот даже. Это самец. Он уже отнерестился. Плыви. Вот тут, под носом у меня. Питается, гуляй. Но никогда под ногами не возьмет. Редко-редко. Самый глупый. Есть. Неплохой такой. Резвый головник, наверное. Сопротивляется. Вот какой хороший. Какой замечательный голавль. Просто красавчик. Вот он есть. Круто. Это все самцы. Вот такие. Вот такие.
На два крючка сразу. Аккуратно надо, а то бывает он такой хитрый, дрыгнется, и все крючки в пальцы. Вперед. Ух, какой крупный. Не прыгает, а давит. Или он не за рот зацепил, не крупный просто. Идет против течения. Хороший. Хороший. Угу. Угу. Лобастый настоящий. Настоящий. Забродной амуниции полно. Все мешается. Вот такой вот лобастенький.